Одну из лучших зимних сказок, сотворенных природой, можно увидеть в Болгарии. Белая магия гор воздействует на каждого завораживающе. Сочетание снега, солнца и хорошего настроения заставляет вас рассказывать о этой чудесной земле, ее людях и мгновениях погружения в очаровательную красоту. На половине территории Болгарии расположены разные по высоте, площади и характеру горные массивы, подходящие для отдыха, спорта и туризма все 4 сезона года. Пирин – это вторые по высоте горы Болгарии с ярко выраженным альпийским характером. Площадью в 1210 квадратных километров они занимают юго-западную часть страны. Климат здесь горный, с сильным средиземноморским влиянием, что обеспечивает множество солнечных дней в году. Воспетые в болгарском фольклоре склоны Пирина – идеальное место для зимнего, лыжного и альпийского спорта. Более 60 вершин вздымаются ввысь здесь на высоту свыше 2500 метров. Высочайшая из них – Вихрен – 2914 метров. На северных склонах гор насчитывается более 150 ледниковых озер. Высочайшая из них – Горно-Полежанская на уровне 2710 метров над уровнем моря. Это и самое высокогорное озеро на Балканах. Ввиду уникальной природы гор Пирин был создан национальный парк, расположенный в северной части гор площадью почти в 40 тысяч гектаров. Из-за его исключительной ценности в 1983 году по решению ЮНЕСКО парк Пирин был включен в Конвенцию о защите мирового культурного и природного наследия как биосферный национальный парк. Непосредственно у подножья наиболее красивой и высокой части гор расположен город Банско – излюбленное место болгарских и иностранных туристов. Его высота над уровнем моря 925 метров при населении в 12 тысяч человек. От Софи до этого одного из наиболее популярных горнолыжных курортов всего 160 километров. Условия для спорта и отдыха здесь одни из самых лучших на Балканах. К услугам всех множество горнолыжных трасс, несколько кресельных и буксировочных подъемников. Это и возможность для хелилыж, то есть прыжков с вертолетов, и специально созданный парк для сноуборда. Здесь приняты меры по безопасности трасс, которые поддерживаются в идеальном состоянии. А о спокойствии туристов в зимний сезон в горах заботится круглосуточно спешная помощь. Южнее Банску расположен крупнейший лыжный курорт в горах Пирин – Шили-Гарника. Канатная дорога, рассчитанная на 800 пассажиров в час, имеет протяженность 706 метров. Непосредственно под вершиной Тодорка проложена самая высокая горнолыжная трасса в Болгарии, позволяющая заниматься этим спортом до конца мая. Город Банску предлагает уникальное сочетание достопримечательностей природы, богатого исторического и культурного наследия и современные туристические удобства. 2 церковных иконостаса, этнографическая выставка и Дом искусств являются частью культурного наследия. В постоянную экспозицию икон включены лучшие образцы Банской школы живописи. Архитектура Банска самобытная и древняя, сохранившая историю города и духовные традиции его жителей. Высокие стены с двойными воротами берегут массивные каменные дома периода болгарского возрождения в 18-19 веках. Множество отелей, ресторанов и заведений быстрого питания позволяют вам получить представление о традициях болгарской кухни, удовлетворяя самые изысканные вкусы. Здесь же можно насладиться характерному звучанию мужских местных песен. Исключительное явление в болгарском фольклоре. Каждый может отведать местные кулинарные блюда. Капаму и шашлык.
и почувствовать солнце Болгарии в выдержанных в Банску винах. Родопы – это самые живописные горы Болгарии. Глубокие долины рек, высокие скалы, приютившиеся среди них селения, создают впечатление тепла и уюта. Его дополняют гостеприимство и мудрость людей этого края. Родопские горы наложили на историческую память болгар вековые следы. Будучи неземно красивыми, эти горы стали любимым местом отдыха. Здесь человек может зарядиться космической энергией и прикоснуться как бы к звездам. Не случайно здесь было родное место легендарного Орфея. А древнегреческий поэт Гомер называет Родопы снежными горами фракийцев. В середине Родоп находится жемчужина болгарских горных курортов – Пампорово. Расположенный на высоте 1650 метров над уровнем моря, у подножья вершины Снежанка – это самый популярный и большой лыжный курорт Болгарии. В общей сложности все самые разные канатные дороги могут обслуживать 7 тысяч человек в час. А путь их пролегает через вековые сосновые и еловые леса. Зимой здесь подлинный рай для сноубордистов. Для них же построен специальный «халфпайп», длиной около 150 метров с 3-метровыми стенами. Отсутствие резких изменений погоды и лавин гарантирует спокойствие и безопасность во время пребывания. Всего же покров снега здесь задерживается более 150 суток, достигая нередко толщины свыше 2 метров. Горнолыжные трассы в Пампорово имеют разную протяженность и степень трудности. Независимо от того, начинающий ли вы или уже опытный лыжник, спуск по ним приносит незабываемое удовольствие. И если вы все еще не научились кататься на лыжах, не унывайте. Лыжные школы в Пампорово одни из лучших в Европе. Для начинающих предназначено несколько зеленых трасс и площадок с мини-оборудованием и маленькими буксировочными подъемниками. Матерым горнолыжникам больше по нраву отвесные черные трассы. Пампорово привлекает туристов своей удивительной природой, чистым воздухом, солнечными и прохладными днями. В непосредственной близи находятся курортные поселки Тойките, Широколука, превращенный в этнографический комплекс, Момчиловцы, Проглед, город Смолин. Есть и объекты, включенные в списки ЮНЕСКО.
Рила – это высочайшие горы на Балканском полуострове, где вершина Мусала доходит до 2925 метров ввысь. Величественная панорама с ее склонов не подлежит описанию. Голубые и живописные озера, похожие на глаза гор, каких более 200, а также ручьи и потоки, пестрый ковер полян и покрытых снегом возвышений порождают чувство вечности. Крупнейший курортный центр гор Рила – это Боровец, расположенный на высоте 1350 метров над уровнем моря. Вокруг везде вековые сосновые леса, от которых и пошло название курорта. А от Софии до него всего 73 километра, и добраться туда довольно легко. Излюбленное место охоты болгарских царей в прошлом, в наши дни Боровец стал современным лыжным курортом высокого класса с фешенебельными отелями и множеством развлечений. Он предлагает отличные возможности для всех видов спорта – спуска, слалома, прыжков с трамплина и биатлона. Здесь дважды проводились соревнования по слалому на Кубок мира по альпийским дисциплинам. Покров снега здесь стоит с декабря по конец апреля. 18 горнолыжных трасс имеют общую длину в 40 километров. Трасса для биатлона расположена в 2 километрах от центра курорта и протянулась на 18 километров. Горнолыжный центр обслуживается 14 буксировочными и 3 кресельными канатками. При нем 8 машин для искусственного снега и 200 профессиональных лыжных инструкторов, владеющих разными иностранными языками. Под руководством опытных проводников проводятся и экскурсии типа лыжных походов. Именно они позволяют увидеть такие живописные места в Риле, как 7 Рильских озер, красивую вершину Малевица, высочайшую точку на Балканах Мусалу и другие. Фешенебельные отели, рестораны, дискотеки и магазины обеспечивают приезжим множество эмоций надолго. Курорт предлагает незабываемый ночной спуск на лыжах, а горно-спасательная служба здесь работает без перерыва. Лыжные карнавалы – подлинная фиеста. А вечера, когда раздают сертификаты уже способным лыжникам, незабываемы.
гора Витуша вздымается с южной стороны столицы Софии, являясь одним из символов города и его как бы фирменным знаком как наиболее высоко расположенной столицы в Европе. Хотя и небольшая по площади, по сравнению с другими горными массивами Болгарии, Витуша сочетает много положительных факторов. Высокие и привлекательные вершины, красивые густые леса, множество туристических и два альпийских объекта. С учетом ее непосредственной близости к крупнейшему городу и столице Болгарии, становится ясно, почему эти горы столь часто посещаемы и так любимы. Здесь расположена крупнейшая естественная горно-лыжная трасса в Болгарии – огромный склон Стената. В горы ведут два гондольных подъемника, а кресельные и буксировочные канатки и снеговая техника – малая часть удобств, создающих хорошие условия для отдыха, спорта и туризма. Другой важный туристический центр – это альпийская база Алека. Начальный пункт болгарской части европейского пешеходного маршрута Е4. Болгарские горные курорты предлагают уникальные условия для проведения зимнего отдыха или занятия любимым спортом. Видимо, поэтому многие облюбовали себе разные места и вновь возвращаются сюда в ожидании следующего приключения.